Тесто мы уже заварили. Здесь у меня 2 стакана воды. В горячую воду кладем кусочек сливочного масла 30 грамм. Ждем, пока оно растопится, и добавляем 2,5 стакана просеянной муки. Хорошенечко вымешиваем. Вот оно должно получиться такой вот, собраться в комочек. И вот как только вся мука растопится, да, то есть исчезнет, превратится в такую вот лепешку, то значит тесто готово. Нужно остудить его до теплого состояния. Потом будем добавлять 3 яичка, 3 или 4 в зависимости от размера, 3 столовые ложки манной крупы и 1 столовая ложка крахмала. Это все будем вымешивать ручками, можно миксером, если у вас есть комбайн кухонный, то вам вообще повезло втройне. И вымешиваем хорошенечко до однородной массы, оно будет немножко жиже, чем сейчас. И потом просто заполняем шприц кондитерский и покажу дальше, что мы делаем. Так, также я уже сделала сироп для пропитки, это 2 стакана сахара и 1,5 стакана воды. В горячую воду добавляем 2 стакана сахара, варим 6 минут на маленьком огне. Вот, и относим остывать, может быть, на балкон, может, ну, там, смотря сколько у вас времени есть. И покажу, что будем делать дальше. Так, ну что, тесто у нас уже остыло. Обязательно даем ему минут 10 остыть, с тех пор, как снимаем его с плиты, потому что мы будем дальше вбивать в него яйца. И если тесто будет горячим, то яйца могут свернуться. Вот, яйца я обмыла. Добавляем, смотрим, 3 или 4 яичка по размеру. Так, наливаем масло. Масло подсолнечное наливаем столько, чтобы каждый огурчик, каждая пироженка была наполовину погружена в него. Вот. И ставим на небольшой огонь. Разогреваем. Вот, пока разогревается масло, я буду использовать такой кондитерский шприц, это рукав такой, целлофановый, попросила маму зайти, самый дешевый, по-моему, 25 гривен стоит в любом магазине, можно купить такой рукав. Насадка должна обязательно быть зубчиками, как бы так, вот такая. Я просто накладываю туда тесто. Лучше, конечно, кондитерский шприц. Он удобней и тесто достаточно липкое, вязкое. Так, набрали в рукав тесто. Я беру ножнички, обычные ножницы. Вот, и начинаю выдавливать формочки теста. По длине смотрите сами, какие вам будут удобны.
на что продолжаю делать и огурчики. У меня вот получается вот такая вот штучка. Это очень жирно, очень калорийно и очень не полезно. Но я уверена, безумно вкусно. Я первый раз в жизни вообще это делаю. Поэтому не удивляемся. Вместе со мной пытайтесь сделать что-то вкусное. Так. Шприц мой порвался. Поэтому у меня пакетик с насадкой. Я выдавливаю. Самые обычные формочки. Одновременно собирая готовые. Вот. Я их собираю на вот такую вот формочку салфеткой. И сейчас смотрите, что я буду делать. Это у меня сироп. Я просто перебрасываю это все в сироп. И хорошенечко макаю их для того, чтобы они пропитались. И продолжаю размешивать, жарить следующее. Привет-привет всем! В этом видео я хотела бы попробовать с вами первый раз в жизни поменять цвет глаз. Мне прислали вот такую вот красотищу, набор цветных линз. Девочка предложила сделать мне подарок, я не отказалась, но я не думала, что здесь будет целых 5 пар линз цветных. Это линзы не для зрения, это обычные линзы. Сейчас будем с вами пробовать и смотреть, как они работают. Попробую я, наверное, здесь у меня разные расцветки, покажу поближе потом. Быстренько с вами хочу посмотреть, как они будут работать. Баночки. И никогда в жизни не пробовала этого, никогда в жизни не делала. И понятия не имею, как это все происходит. Так. Будет вам видно, не будет? Надеюсь, будет. Мой цвет глаз. Вау! Обалдеть! Вообще другая. Класс. У меня их 5 видов. Поэтому теперь вы меня в видео можете видеть в разных обличьях. Посмотрите, какую красотищу мне прислали. Мне предложили сделать подарок. Галсри, по-моему, да? Фирма называется. Оп, картонная коробочка. И посмотрите на эту красотищу. А, какие они красивые, боже. Настолько нежные, настолько... Потом, посмотрите, здесь еще пленочка наклеена.
Обалдеть, настолько крутые они. Спасибо огромное за такой подарок. Я сама выбирала модельку. Мне захотелось такое светленькое, телесное. Мне кажется, будет очень нежно смотреться. Очень красивое. Спасибо огромное. Очень классное. Цвет обалденный просто. Там разные модельки есть. Я выбрала светленький. Вот. И здесь, наверное, паспорт. Всем, всем, всем привет! Посмотрите на этого чудика-юдика. Хочу снять для вас посылку из Китая. А оно, гамнюшка, ну не дери пальто мое. Лежит, улегся. Конечно, такое приятное мягкое пальтишко, чего бы не лежать. Я тебе сейчас подеру. Посмотрите на него. Дурик, блин. Это самый бешеный кот, которого я видела в жизни. Так, первое, что хотела показать, это вот такое пальтишко шикарного, шикарного качества. Очень красивый цвет. Единственное, что он немножко не тот, который я ожидала. Я думала, он будет ярко-белый с голубым, но он какой-то бледно-бежево-розоватый. Да, вот эти вот кубики беленькие должны были быть. Подкладка очень красивого, нежного такого цвета голубого, тоже очень мягенькая, хорошо сделана, нигде ниточки не торчат. Вчера я его уже опробовала. Здесь идут такие вот кнопки с двух сторон, что классно, и дальше, и ближе сделаны, для того, чтобы не... Смотрите на это чудо. Ого! Вот это хочешь? На! Вот это? Езди, давай, бери. Вот, сделаны вот такие вот двойные кнопочки для того, чтобы пальто не открывалось, знаете, там, ну, не вылазило, то есть и не поддувало. Кармашки хорошие. И вот, что мне понравилось, это на рукавах. Синуля, можно эмоции немножко Чудо ты. Что, не надо оно тебе? Можно мама снимет, девочкам покажет, тетям? Можно? Спасибо. Вот, на рукавах такое вот, как зауженные идет вставки, для того, чтобы рукав не был широкий, да, то есть здесь заклепки прям под самое горлышко, красивый воротничок стоячий такой, знаете, вот, фирма такая вот, у меня размер эмочка, все идеально подошло просто, я очень-очень довольна и безумно рада этому пальто. И второй тоже шикарный продукт, я не ожидала, что он будет настолько приятный, настолько качественный, красивый, мягкий, вот, такой вот палантин платок, он идет квадратный, очень-очень большого-большого размера, то есть смотрите, он огромный просто, и он невероятно мягкий, он настолько теплый, что у меня вчера была встреча, на которую, к сожалению, никто не пришел, кроме одной девочки. Я вот была в открытой кофточке в помещении таком, знаете, будь здоров, зайка, сквозном, который, в котором сквозняк был, то есть потому что двери открывались, это выставочный центр был. И я вот накрывалась этим платком, и сразу очень-очень тепло становилось, цвет просто невероятный, красивый, и расцветка вот подобрана под это пальто, немножко не подошло, потому что я думала, что будет вот такого цвета вот эти вот кубики, расцветка. Вот, следующее, заказала такой вот расходный материал, это спонжики такие резиновые. Ой, класс, какая у тебя машина классная. Биби? Да, биби. Вот такие вот, блин, как же ж открыть. Запаковано все просто потрясающе, то есть здесь вакуумированная, полностью запечатанная упаковка была, то есть она даже не открывалась так. О, зубы мне в помощь. Вот, и два вот таких вот мочалки, да, две мочалочки или два спонжика, не знаю, как это сказать. Класс. Вот, с разными пупырками тоже здесь такой вот держатель. Вот идет, вы одеваете на ручку, вот так держите и моете свои кисти. Очень удобная штука. Я, правда, не пользовалась, но очень часто видела у девочек. Цинуля, ты так вообще эмоционален? Да? Максик немножко приболел, кашляет. Поэтому наше день рождения к Даринке на годик отменяется, к сожалению. Ну, слава богу, температуры нет. Я ему дала препараты противовирусные от кашля. На, бери. Дай, даю. Вот, берет от конструктора большого машинка с колесами. Такой вот деталька от конструктора. Едет. Ты сделал дорогу, да?
Да рельсы у тебя, да? Да? Ух ты! Следующее, что здесь было в отдельном пакетике, прям как посылка с Алиэкспресс приходила. Тоже аксессуар для кистей. Это вот такая вот подставка для сушки кистей. Очень удобная штучка тоже. Неудобно очень, когда вот моешь кисти, и их нужно класть, да, на полотенце. Они там ворс, ну, как-то сгибается, сминается. А вот эта вот подставка очень хорошая. Поставил себе на туалетный столик или на подоконник куда-то, если есть солнышко. Опустил кисточки. Вот в чем заключается вот этот вот аксессуар. Это вот, видите, здесь разрезики для разных тон, ну, то есть толщины кистей. То есть это для тоненьких. Вот просто вы вставляете сюда кисточку ворсом вниз, и она себе сушится, стоит, пока вам удобно будет, когда она высохнет. Вот забираете себе, да и все. Вот, она раскладывается, она была сложена в вот такой вот пакетик отдельный. Это все вот в большой коробке картонной пришло. Ой, бубух. Вот, дальше из этого сайта было две пары очков. Сейчас вам покажу. Единственное, у нас там недомолвки с менеджерами, которые вот делали сотрудничество. Вот такие вот очки. Они абсолютно зеркальные. Единственное, что на картинке вроде бы не было вот этой вот перегородки на носу сверху, вот именно прям на лбу. И они немножко великоваты мне вот по ширине, поэтому я не знаю, может быть, кому-то подарю или продам, или, не знаю, отдам. Следующие очки, от которых я просто в восторге, это просто классика. Ну, не классика, это, знаете, модель, которая абсолютно всем подойдет, потому что она очень красивая, очень универсальная, и качество просто потрясающее. Посмотрите на эту красотищу. Они нереально красивые. Во-первых, модель сама по себе очень нежная, такая, знаете, амбре. От коричневого до бежевого. Очень красивые. Я просто, ну, влюблена в них. И вот ушки... Ручки, дужки, да, вот эти вот от очков очень тоненькие, очень нежные, такие вот очень легко, ну, то есть легко движутся, да, но они не опускаются, они не разболтаны, не расшатаны. Вот, я в полнейшем восторге от этих очков, стоили они $7, по-моему, очень классные. Вот именно модель, и мне кажется, подойдет абсолютно всем, потому что очень универсальная, красивый цвет, и модель тоже очень такая вот... классическая, необычная. Вот, следующее. Так, это, наверное, не из этого было. По-моему, все. А, еще набор кистей сейчас покажу. У меня здесь чемоданчик стоит с моими... с моей косметикой. И сейчас покажу вот такой вот наборчик кистей для глаз. Здесь отдельная косметичка для них шла. И вот такой вот набор. Это тоже классические кисти, которые идут во всех... Да, видите, вот я приехала со Львова, у меня трагедия с ногтем. Во-первых, облез вот этот вот... облезла затирка, и вот отломался кусок ногтя. Поэтому извиняюсь сразу. Вот, такой вот набор кисточек. 2, 4, 6, 8, 10, 12 кистей было, по-моему, где-то еще одна в другом наборе осталась. Я вчера делала ими макияж, очень хороший. Единственное, что не так набирают продукт, как натуральные кисти, не так отдают. Вот видите, я взяла тени, и они немножко вот... остались на кисточках. Тушуют очень хорошо. Вот эту использую для консилера под глазами. Это растушевочная кисть. Здесь тоже для детализации мелкие кисточки. Очень классная кисточка для подводки. Ого! Да, сыночек, очередной набор кистей, да, у мамы? Это для бровей вообще потрясающая кисть. Это тоже для корректора, для консилера точечно наносить. Тоже очень красиво сделаны, очень... Все шли... Упала машинка, да, упал. Кисточка. Надписи тоже красиво все сделано. Очень такие вот матовые красивые ручки. Тоже вот это вот красное золото. Ворс очень мягкий, хорошо набит и абсолютно не лезет. Поэтому я в очередной раз... Вот именно вот эта фирма. У меня большой набор от этой фирмы. Тоже красивый, качественный. Не знаю, куда уж лучше. Вот. Из этого набора вроде бы все. Сынулечка.
Зайка, я извиняюсь за такое сумбурное видео, но просто у нас мы с Максимом сегодня сами дома, поэтому у меня есть время поболтать с вами. Вот, из этого сайта это все. Следующий сайт был Rose Gale.